Стартовали участники финального забега у мужчин. И из тех, кто бежит здесь у нас, лучший результат в этом сезоне Ричарда Дэвенпорта 49.62. У Никиты Андрианова 49.76. Смотрим прохождение половины дистанции. И Андрианов пока лидирует. И вот сейчас спортсмены выходят на финишную прямую. Дэвенпорт! Помогают зрители спортсмена. Отчаянная борьба на последних метрах дистанции. Посмотрите! Владимир Антманис, Россия! 99.49. And I was encouraged to introduce the final race in Germany.